Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 2, урок 30. Выразы в сантиметрах. А. 5 дециметров, 3 сантиметра. 5 дециметров – умножение. Мы переходим, вспомним правило. Каким меркам? К меньшим меркам. Значит, умножение. 5 умножаем на 10, будет 50, прибавляем 3, ответ 53 сантиметра. 7 метров мы должны перевести в сантиметры в номере Б. Мы переходим к меньшим меркам, значит, умножаем. 7 умножить на 100 равно 700 сантиметров. В. 6 метров, 8 дециметров, 7 сантиметров. Выражаем в сантиметры, то есть умножаем, к меньшим переходим. Было 6 метров, а нам нужно перевести в сантиметры, в меньшие. В метре 100 сантиметров, значит умножаем на 100. 6 умножить на 100. В дециметре сколько у нас сантиметров? 10, значит умножаем на 10 и прибавляем 7. Ответ 687 сантиметров. 7 метров, 12 сантиметров переводим в сантиметры. Для этого 9 умножаем на 100 и прибавляем 12. Получается 912. Д. 4 метра, 5 сантиметров мы должны перевести в сантиметры. 4 умножить на 100 будет 400. Прибавляем 5, получаем 405 сантиметров. Е. 2 метра 6 дециметров. 2 умножим на 100, 6 умножим на 10. В одном дециметре 10 сантиметров. В одном метре 100 сантиметров. Отсюда результат 260 сантиметров. 8 километров переводим в сантиметры. В одном километре у нас 100 тысяч сантиметров. Ответ получается 800 тысяч сантиметров. 340 миллиметров переводим в сантиметры. Стоп, мы переходим уже к большим величинам. Значит, применяем деление. 340 делим на 10. Ответ 34 сантиметра. Если мы переходим к большим меркам, мы делим. Так же, как в случае И. 16 тысяч миллиметров. А перейти должны к сантиметрам. Если у нас в одном сантиметре 10 миллиметров, значит и 16 тысяч миллиметров мы будем делить на 10. Ответ 1600 сантиметров. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.